Добрый день, дорогие друзья! Топ-сад часто спрашивают сейчас в интернете, в частности в YouTube и на портале «Московский клуб виноградарей», как защитить, да и в разных других местах, как защитить голубику и культуры от птиц. Это проблема. Вот одно из решений, которое мы предлагаем, это и сетка. Сетка 50 на 50. Вот посмотрите, какая она в рулоне. Вот она в рулоне. Здесь, по-моему, 25 метров. Это хватает на всю, чтобы получить настоящее веселье и придать птицам очень недоброжелательное послание о том, что с этой сеткой вам наших ягод не видать. Ну и еще вот это решение, которое мы раньше говорили, сделать из обыкновенной банки вот двухглазную сову. Это эффективная штука, но вернемся к нашей сетке. Как видите, сетка 50 на 50. Высотой я ее подбирал где-то метр двадцать. Вот количество вот этих ячеек 35. С тем расчетом создать кольцо. Вот такое вот кольцо я делал предварительно сначала. Вот видите как. И еще хочу сказать, что если голубику лучше сегодня выращивать нам с вами в контейнерах, не заморачиваться копать ямы, можно делать ее в мешках. Но для этого есть один нюанс. А положить сетку, вот сколько тут, раз, два, три, четыре, шесть ячеек наверх и вокруг этого мешка, с тем расчетом, чтобы триммером, когда окашиваете траву, вы не разрушили ткань мешка. И, конечно же, сажайте, пожалуйста, все мешки на геоткань. Моя ошибка была в том, что ткань оказалась не 60 грамм, это недостаточно твердо, появились проплешины, и она расползлась. Покупайте обязательно геоткань для от того, чтобы обезопасить себя от лишней поросли. 100-120. Это обязательно создаст вас надежную, благодежную защиту от львового бурьяна. Ну и так, этот колодец, как получился ли, мы обматываем обычной сеткой от птиц. И он диаметром, повторяю, у меня, значит, 35 ячеек, а наружу диаметр 40 ячеек. Всем расчетом, чтобы стоял. Еще рекомендую, вот сверху здесь можно заподлицо обрезать, а снизу оставьте им вот эти шипы. То есть половину ячейки обрезаете, тем расчетом, чтобы она плотно вставала в землю и зафиксировалась у вас. Сама по себе идея очень надежная. Хорошая. Если вам сетки не хватает по каким-то причинам, мы использовали простую геоткань, лутероксил. Но он имеет парусность, поэтому лучше переходите на сетку. Всякая сетка по себе, в принципе, вызывает достаточно муторную работу, с ней трудно, надо 2-3 человека. Но тем расчетом, если у вас не хватает сетки, можно использовать вот такие вот сегодняшние мешки сетки. Это мы использовали для больших гроздей винограда. Тем не менее, вот видите, сетка в этих тумбусах надежно хранится. Значит, высота зависит от, если у нас высокорослая голубика, там метр полтора, два, можно и полтора, и два метра. Видите, она обладает парусностью, а голубика надежно сохранена здесь. И это эстетично. Сетку вы можете на зиму снять, чтобы ее сохранить зимой, а саму тумбу оставить, и ветки у вас будут вертикально расти, тем самым вы будете формировать и само растение. Голубики не может быть много, сажайте ее постоянно, регулярно, потому что кружка голубики в день дает гарантированную безопасность для вашего зрения. 120-150 зрения у вас будет. Это поддерживает хорошее давление и глазное давление. И обеспечивает ваше благополучие и молодость тела, и ясность ума, и экстравертность в самых лучших начинаниях. Вот еще один вариант хотел бы с вами поделиться. Мы сделали кольцо, где посадили. Вот видите, часть голубики я закрыл тумбусом другой высоты. А по периметру посадил другие сорта голубики. И поставил солнечный фонтан, который работает по часам и обливает мне голубику автоматом. Советую вам относиться избирательно к вашим голубикам, к вашим ягодам. Ягоды не может быть много. Заготавливайте ее на зиму, заготавливайте в заморозке, кушайте, делайте варенье, джемы. Повторяю, но особенно голубика. Голубик — это какое-то чудо. Невероятная прекрасная ягода, которая в полном смысле дают нам
шансы жить не 100 и не 200 лет, много больше. Это, конечно, может быть, вам покажется фантазией, но давайте проверим. Подписывайтесь на канал ТОПСАД, делайте лайки, дизлайки, делитесь вашими мнениями, высказывайте ваши пожелания. Готов вам помочь в наших с вами, наших удачных и неудачных решениях. Голубики не может быть много, это чамблер. А есть сейчас новые сорта, еще крупнее, как 10 рублей. Это бонус и Gold, и Blue Gold. Ребята, пользуйтесь даром природы. Кстати, вот и жимолость, видите, она в тумбах прекрасно работает, удивительно работает, приятно работает с триммером, а кашет все и придает вашему участку импозантный вид. Удачи на даче вместе с любыми ягодами, уважаемые мои друзья, в придачу.